нашій студії представники Миколаївського козацтва та організатори святкового дійства Наталя Данілюк та Юрій Жигалкін. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, ви прийшли нам розказати про яскраве свято, яке відбудеться дуже скоро у нашому місті. Воно вже відбувається не вперше, і це в народних традиціях одне з найяскравіших літніх свят – це День Івана Купала, а точніше ніч. І за це опікуєтеся ви, за найближчу Івана Купала. Ну, опікуємось як представники козацтва Миколаєва, Миколаївської області. І дійсно наш праздник називається «Ніч на Купала», тому що день як день, а іменно ночі, з приходом ночі, з сумерками, відкривається ворота між нав'ю і яв'ю, між містичним, таким чарівним і, собственно говоря, земним и повседневным. И это действительно праздник, который мы делаем уже не первый год, точнее, четвертый год на поляне на аллее Казацкой славы, в парке Победы. И то, что хотят передать организаторы мероприятия, они вот непосредственно, и мы в том числе, это действительно вот эту вот традиционность, скажем там, исконность, обрядовость, и действительно это, наверное, вот не мероприятие, как принято считать, что вот там отдельно концертная часть, отдельно какие-то конкурсы, еще что-то, действительно инсталляция вот того древнего, того, что в чем жили наши предки, то, что они делали, то есть мы стараемся это перенести, привнести в наше время, потому что, ну, действительно, сейчас не так, наверное, легко жить, как хотелось бы. Много конфликтов, много материальных вопросов, военных действий в стране, и поэтому нам очень хочется вот внести что-то такое вот мистическое, что-то доброе, что-то сказочное, чтобы люди поверили, чтобы они собрались с семьей, чтобы абстрагировались от всего, что вокруг происходит, действительно окунулись в вот это вот атмосферу, которую в этом году мы вот хотим еще больше усилить, ну, как каждый год мы вот хотим так набирать обороты, вот как один из символов Ивана Купала, это горящее колесо, вот точно так же вот мы так стараемся набирать обороты. Какой будет атмосфера свята, Юрий? Что вы очікуєте? Очень празднично будет, все очень будет интересно, будет много нового, будет то, чего не было в прошлые праздники. Мы постараемся внести какую-то загадку, чтобы людям понравилось, чтобы приходили еще. Зараз давайте згадаємо, що було в один із минулих разів. Так, подивимося сюжет, який знімала моя колега. Коли сонце високо в небі, а ніч стає найкоротшою, приходить свято Купали. В цей день вода поєднується з вогнем. Купало – це літній прояв сонця, воно вважається богом плодючості. І в цей час, якби сонце, опускаючи все нижче до землі, воно поєднується з світовими водами, з водою, мареною. І тому в цей час хлопці і дівчата розігрують своєрідне таке весілля. Сватують лялька Купала за ляльку Марени. Якби поєднують вогонь і води, як символи чоловічого і жіночого начала. В цьому єднанні і твориться життя. Саме тому молодь шукає в цей час собі пару. Хлопці показують свою мужність та силу, а дівчата надягають гарне вбрання, танцюють, плетуть вінки і обирають собі судженого. Русалки поймали очередного хлопця! Ось зібрались на галявині біля водоймища, готують страви на капищі та пригощають всіх. З Іванова дня простому люду можна купатись, бо вся нечисть полишає річки та озера. Під вечір приносять ляльку Купали та Морени до центру галявини. Верховний Волх каже заклинання і поєднує стихії у сакральному союзі. А потім настає черга вогню. Від смолоскипу до смолоскипу вогонь росте та шириться по землі, оберігаючи людей від злих духів. Палають дерев'яні колеса та смоляні бочки, які котили по землі, символізуючи хід сонця та неперервність буття. Купальське вогнище, вода та трави мають магічну силу та охоронне значення. Зібрані досвіда трави мали цілющу силу. Кажуть, в цю ніч не можна спати.
А дівчата ворожать та відпускають вінки. Чим швидше вінок відпливе від берега, тим краще, значить дівчина знайде скоро собі пару. А якщо вінок тонув, не в цьому році чекати на одруження. Знаходили собі пару, стрибали через купальський вогонь, намагаючись не розривати рук. Це означало довге та щасливе життя разом. Коли настрибалися там разом, то є такі звичаї ще пускати свічки. Але ці свічки, вони поминальні. Ми згадуємо предків і запрошуємо їх прийти на нашу землю, тому що вони своїм досвідом передвічним допомагають нам жити на нашій землі. І згадуючи наших предків, наші звичаї, наші стародавні свята, ми єднаємо наш рід. Ніч огортає все навкруги. Попереду пошук квітки папороті або квітки перуна. Хто квітку папороті віднайде, на все життя щастя знайде. А містична ніч триває далі. Старі та молоді сидять біля вогнища, розказують казки та билини, і чутно плескіт води та сміх вдалечині. Настає новий день. Ми продовжимо програму «Новий день». І в нас в студії пролунав дзвіночок. Із запитаннями глядачі хвилюються, де і коли буде відбуватися це свято, і що цьогоріч ми можемо на ньому побачити, і хто в ньому може взяти участь. В этом году мы отмечаем ночь на Ивана Купала 30 июня, это будет суббота с 5 часов вечера, то есть 17:00, мы всех ждем в парке Победы. И большая просьба, как и каждый год, ко всем гостям, ко всем присутствующим, ко всем, кто хочет посетить наше мероприятие, придерживайтесь, пожалуйста, дресс-кода, потому что это создание этой атмосферы, оно зависит не только от нас, как от организаторов, но и от самих участников непосредственно, потому что участниками в том числе являются все гости, которые посетят поляну в этот день, это светлые одежды, это платья там белые, светлые в пол, это вышиванки, это лен, то есть это венки, желательно из полевых цветов, а не из пластмассовых. В общем, это вот эта вот атмосфера, она очень сильно зависит от тех людей, которые приходят к нам, потому что в этом году действительно мы ушли от концертности, скажем так, то есть вот с момента, как человек приходит на нашу поляну, он уже является участником нашего действия, вот этого вот дня, этого мероприятия, то есть непосредственно сами гости будут творить вот эту мистику и сказку. Будут русалки, водяны, козацкие разваги, Юрий? Конечно, будут. И лешие будут, и русалки будут, и водяной будет, и казаки будут показывать свою мастерность, свое мастерство, свои какие-то там новые умения. Все будет очень интересно людям, стоит прийти даже на то, для того, чтобы посмотреть, как казаки будут себя там показывать, какие танцы будут казацкие. Звичайно. И я знаю, что будут и смаколики уже традиционные. Ой, как обычно, мы будем угощать всех пришедших кулешом. И в этом году мы всегда делали узвар, а в этом году мы будем делать волшебный травяной чай, который, когда человек может выпить, то он должен загадать желание. Будут и еще такие обряды, так? Обов'язково, потому что обрядовая часть – это, скажем так, основа, вот как ниточка, на которой бусинки нанизываются, вот все вот эти вот там дополнительные, скажем так, мероприятия, то, что вот входит. Вот обрядовая часть – это вот эта вот ниточка и есть. То есть это то, что с давних давен дошло до нас, и то, что несли наши предки. Расскажи про это раньше, Наталья. Например, Марена и Купайла – это сватовство, это их непосредственно там венчание. Вот в прошлом году у нас было венчание еще и с Юрием. Действительно, это было, для нас, во всяком случае, это было очень большое событие. И за год вот то, что изменилось, у нас появилась маленькая крошечка-дочечка. Мы вас витаем. Как-то это так было действительно символично, это было по-настоящему, это было
как-то сверхъестественно, даже можно так сказать. В этом году будет тоже не менее сверхъестественных там, и красивых обрядов, это и венки, и если позволят погодные условия, то это будет действительно поминальный обряд, это когда вот запускаются на воду свечки в память о наших предках, вот, и это вот именно соединение уже непосредственно, как я говорила, Навь и Явь, это вот те люди, которые сейчас живут, они обращаются с какими-то просьбами или просто воспоминаниями, или благодарностью к своим предкам, при том и дальним, и вот ближним всем. Я вам дякую за те, що ви, залишивши всі свої хатні справи, і не тільки хатні, завітали до нашої ранкової студії для того, щоб розповісти про яскраве дійство, яке буде відбуватися у нашому місті, і за те, що ви його організовуєте. Бажаю вам доброго ранку і приємного продовження дня.